Наконец-то вас подключили ко мне. Ну что, готовы к новым званиям чемпионским? В апреле старт. Несмотря на мою травму. Я не знаю, кто-то хочет меня убить. А! Ебара, передай привет! Хорошо. Кушайте. Вон, смотрите. Меня ничто не сломит. Потому что я все равно иду к своей цели. Вот тут все вкусно кушают пиццу, роллы. Ну, все как всегда. Пьют. Ну, вы же знаете, что человек, который есть цели, он не будет вестись на провокации в плане личных и внешних отношений. Давайте ко мне на дом, конечно. Конечно. Приходите, будем вместе готовиться. Я легко могу помочь вам подготовиться также к соревнованиям, вступить в мою федерацию и также выступать и добиваться тех целей, о которых вы когда-то мечтали. Что новенького? Да много чего новенького, просто вам нужно осмотреть все эфиры «Дома-2». Вот, черно, да, беременна. Вот. Смотрите все эфиры, вы все поймете. Сейчас мне нельзя говорить о том, что сейчас происходит, потому что эфиры еще не вышли. Я никак ситуацию не могу комментировать вообще. Вот, у меня будет за это наказание, поэтому бесполезно меня спрашивать. Вот, просто ждите эфиров, их очень много. Вот, посмотрите и сами все увидите. Какие планы на проекте? Бороть в себе боль, готовиться к соревнованиям, решить все вопросы в отношении Руслана, потому что боль осталась. У него много обид по отношению ко мне. Вот, и если сейчас я это все не проработаю в себе, ну, будет все то же самое просто. Я не смогу идти дальше. Я должна пройти это время. Просто сейчас время ожидания, и все. Слушайте, я здесь только неделю, и здесь камеры, здесь огромное давление. Вы думаете, что так легко раскрыться за неделю человеку? Давайте я вас посажу на лобное и буду задавать вам вопросы и проверю, как вы там будете раскрываться и что-либо говорить. В камере это мой дом, это моя зона комфорта. Я сюда и сказала, когда пришла, что я сюда пришла выйти из своей зоны комфорта. Что, допустим, в соцсетях, если мне что-то не устраивает, я привыкла блокировать людей и не отвечать на их вопросы. Здесь этого сделать не получится. И именно по этому поводу я здесь, чтобы... Ага, чтобы проработать эту ситуацию. Мне нельзя снимать, идет эфир. Сори.